приветствую наших любимых детей и их родителей. Меня зовут Лора Парфенова-Свеженинова. И сегодня я вам расскажу о нашем благотворительном фонде «Айздоров» и детском движении «Айздоров». Детское движение «Айздоров» было создано в 2016 году. И благотворительный фонд мы уже создали в 2019 году. И сейчас с моим любимым мужем Парфеновым Дмитрием мы поддерживаем благотворительный фонд «Айздоров» и детское движение «Айздоров». И делаем это вместе. Вот. Но так как мы сами являемся заботливыми родителями, вот, очень любим также и детей, вот, и мы поддерживаем этот фонд и сами, и приглашаем также наших знакомых, близких людей, которым не безразлично здоровье детей и вообще нашей планеты в целом. Все мы хотим быть здоровыми, и прежде всего мы желаем это нашим детям. Вот, и детское движение «Айздоров» активно пропагандирует здоровый образ жизни и в стихах, и в сказках, и в фильмах, и также в детском экологическом журнале «Лукоморье». Главный приоритет нашего движения – это здоровый образ жизни, который включает в себя культуру правильного питания, развитие позитивного мышления. Именно поэтому мотивация к такому здоровому образу жизни должна быть заложена с детства. Ведь за этим будущее. Необходимо восстанавливать здоровье и закалять его с детства, прививать правильный пример и показывать этот пример своим близким. Так давайте мечтать и творить вместе с нашими детьми. Создавая движение «Айздоров», мы не только развиваем просветительские идеи и правильного здорового питания, мы сами обучаемся и играем с нашими детьми. Также мы формируем правильное представление о здоровом образе жизни и питании. Приглашаем всех желающих стать участником движения «Айздоров» и поддержать наш благотворительный фонд «Айздоров». Вот. И вот такие мешки здоровья, где написано «Айздоров». Вот. Нас уже узнают, вот. Наши игрушки любят, особенно мою напарницу, как я говорю, Баба Йога, которая везде следует с нашим волшебным мешочком здоровья. Вот это наши любимые персонажи, вот, которые представлены у нас. Здесь также на нашем канале «Айздоров» можно посмотреть наши ролики, все сказки, которые мы делали все сами. Вот. Это наша дочка Вероника, которая представлена была как первым лидером в нашем детском благотворительном спектакле. Также она играла. Вот. И все реквизиты мы делали все сами, своими руками. Вот. Нас поддерживали родители, также наши мастера все делали у себя. И нам как раз благотворительный фонд все это дарили, что, поддерживая нас и различными вкусняшками. Мы также благодарны партнерам, мастерам, нашим друзьям, вообще людям, которые помогали, создавая наше движение вместе с нами, поддерживая нас и продуктами питания вкусными, полезными, и также поддерживая и финансовую, давали нам поддержку. Вот, поэтому мы призываем делать это вместе с нами, вот, так как вместе с нашими детьми, вместе мы сможем сделать больше для наших детей, вот, ну и также, как я говорю, для нашей планеты Земля. Вот. И мы делаем такие благотворительные спектакли, вот в Таврическом саду делаем, в Муринском парке, где играем с детьми, показываем какие-то мастер-классы. Вот. Поэтому рады видеть всех в нашем движении «Айздоров». Приходите к нам, будем рады!